Ребята, привет! Сегодня расскажу, что такое стейкинг. Особенно интересно будет это новичкам, которые только разбираются в мире криптовалют и вообще заинтересовались таким понятием, что такое стейкинг и как на этом заработать. Во многих играх уже сейчас появляется такое понятие интересное стейкинг. Кто-то называет это пассивным доходом, кто-то там сравнивает это с тем, что в тех же банках там мы ложим на депозит какие-то средства и получаем деньги там какой-то период, там раз в месяц, раз в год или раз в день. Для тех, кто первый раз на моем канале, я напоминаю, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете и делюсь с вами своим опытом. Возможно, кому-то это поможет избежать моих ошибок, возможно, кто-то не потеряет деньги, как я когда-то, когда только начинал. Возможно, кому-то это сэкономит нервы, самое главное, и время. Итак, ребятки, сегодня расскажу о стейкинге. Смотрим, не переключаемся. Итак, поехали. Да, ребята, и смотрите, чуть не забыл. Чтобы было вам интереснее смотреть, сделаю розыгрыш монет, которые можно отправить на стейкинг и получать пассивный доход. Для тех, кто досмотрит до конца и выполнит простые правила. Итак, поехали. Итак, ребята, давайте же узнаем, что такое стейкинг. Это такой трендовое такое понятие. Все хотят сейчас разобраться и начать зарабатывать на стейкинге. Почему? Естественно, потому что это в первую очередь пассивный доход. Всем надоело уже заработать. Например, берем такой простой пример. Вы там, ну, например, вы же хотите зарабатывать на криптовалюте. Все хотят зарабатывать именно на том, что она растет, падает. Если на криптовалюте вы зарабатываете, например, на том же биткоине, только когда он растет, вы купили, например, там на низах, опять же, да, основной совет инвесторов в криптовалюту покупать на низах, когда курс падает, когда красный курс, когда все хомяки, кстати, вот он хомяк, привет, все хомяки покупают, то есть продают на падении, им страшно, настоящий инвестор покупает. И продавать нужно на том, когда вырос, естественно, курс, вы заработали свои деньги. Та монета, которую вы купили, например, биткоин, стала стоить дороже намного, там, или сколько вы там решили. Может, некоторые там 10% выросло, вы продали ее, зафиксировались и ждете следующего падения. Или в следующую монету заходите, которая падает. Здесь же, смотрите, ребята, стейкинг. То есть на биткоине вы купили, и, например, там один биткоин или там 100 биткоинов, если вы там внук Рокфеллера. И они у вас, это количество лежит, никуда оно не девается, по сути, ребята. Не увеличивается, не уменьшается. Только рост может там курс расти или падать. Стейкинг, вы отправляете монеты, купили монеты, отправили в стейкинг, положили, можно сказать, на депозит, и они, например, там каждый день или раз в месяц, их количество, ребята, смотрите, количество увеличивается. Курс может также расти, падать, но их количество увеличивается. То есть, смотрите, то, что, к чему стремятся все настоящие трушные инвестора, чтобы деньги их работали на деньги. Здесь монеты, те, которые вы купили, работают, по сути, на вас, за вас. Это то, к чему, я думаю, каждый из нас стремится. Я, например, к этому стремлюсь, чтобы меньше времени тратить, инвестировать там в какие-то там свои проекты и больше давать возможность моим деньгам работать. Я думаю, к этому все хотят прийти. И, например, рассмотрим на там, примере Героя Империи. Такая нашумевшая там в одно время игра, и до сих пор там в нее многие играют. Я тоже там немного поиграл в нее, просто чтобы разобраться в механиках. Они, смотрите, у них даже на главной странице их сайта есть такой стейк, и HE – это их монетка. Давайте разбираться. Смотрите, здесь написано, здесь сразу можно подключить кошелек. Я здесь не буду вам подробно, я так в двух словах. Сегодня обзорное такое видео, чтобы вы просто поняли именно как саму механику, как на этом зарабатывать. И смотрите, вот попадаете сюда, нажимаете стейк, подсоединили свой, опять же, кошелек. Об этом, если нужно, я расскажу потом, попозже. И начинаете там, забросили, например, сколько-то монет, и они начинают вам приносить новые монеты. Смотрите, ребята, эти монеты вы отправили, например, там на депозит, можно сказать так, ну, опять же, в кавычках, и они начинают работать на вас, создают новые монеты. Если, опять же, повторюсь, вы 100 биткоинов купили или там 1000 биткоинов, они как лежат у вас, так и лежат. Если у вас нету майнинг-фермы, они просто лежат. Здесь же эти монеты, вы их заморозили, вы создаете ликвидность для этого проекта, он вам благодарит, естественно, монетами новыми. То есть они приумножаются. И там, например, какое-то количество, здесь написано процентов в месяц или в год вы получаете. Дальше смотрите. Я, например,
основное свои деньги именно на стейкинге и на других направлениях, там, которые есть в проекте, я зарабатываю в проекте Artery. Здесь тоже есть стейкинг, здесь есть и партнерская программа, и есть там бонусы, там очень много. Я в дальнейшем буду все больше и больше вам рассказывать о данном проекте, потому что основное время я уделяю данному проекту и считаю его очень перспективным. Проект совсем недавно выпустил децентрализованный свой мессенджер. Это, по сути, я так считаю, это убийца там всех этих там WhatsApp, там даже Telegram. Потому что ребята серьезно подошли, и основной тренд этого там года, я думаю, и последующих, это кибербезопасность, когда уже просто все достали от того, что нас читают, наши переписки сливаются, наши данные продают в Даркнете, на кого-то берут там кредиты, оформляют. Это всех достало. Компания создала свой децентрализованный мессенджер, который не хранит никаких данных. При регистрации даже телефон не надо вводить. Можно общаться с людьми, можно отправлять монеты, криптовалюту. То, о чем мечтал когда-то сделать Telegram Павел Дуров, они реализовали в своем мессенджере. Да, он сейчас пока там минимальный набор функций, но когда мы будем его разбирать, и вы увидите, какая там дорожная карта, вы поймете, что там, ну, это очень перспективный проект, и в ближайшие там несколько месяцев, этот год, я думаю, и монета, во-первых, выстрелит. К тому же сейчас, как я вам и говорил, монета, курс, можно сказать, на самом дне, покупать самое такое время, но, опять же, перед тем, как принимать решение об инвестициях или покупке каких-то монет, всегда проводите собственное исследование. И основное правило, смотрите, ребята, тоже делюсь своим опытом. Никогда не инвестируйте эти деньги ни в какие, ни проекты, ни какие-то там монеты, если вы боитесь их потерять. Это основное правило. Это даже не обсуждается. Ваши инвестиции, ваши любой способ заработка денег, он должен приносить вам радость. Если это вызывает, если вы боитесь, там, что потеряете эти деньги, не инвестируйте эту сумму. Выберите самую такую комфортную, минимальную. К тому же там можно даже там, с 1000 рублей начать, купить монетки, отправить на делегирование и каждый день, например, получать те же там, опять же, со стейкинга, да, с пассивного дохода. Вы ничего не делаете. Даже по сравнению с заработком в тех же играх, которые я буду тоже рассматривать, там все равно вам нужно тратить время, какие-то там вложения делать, тоже те же самые. И плюс еще каждый там, я не знаю, там какое-то время вам там надо сидеть, и особенно если там игра не самая такая интересная, затягивающая, вам нужно будет тратить свое время. Стейкинг – это просто зарабатывание такое пассивное. Вы переходите в четвертый квадрант денежного потока. Кто читал Киосаки, кто не читал, посмотрите, будет видео здесь вверху. Я рассказывал, что такое четвертый квадрант. Это самый такой прибыльный способ в двух словах зарабатывать деньги и создать себе именно такую и пенсию хорошую, и выйти в пенсию, как некоторые, там может даже за несколько лет у вас получится. Опять же, я об этом рассказывал, что есть такие, были такие монеты, да, и там Шибаину тоже интересно себя показала за год. Но насчет, возвращаемся к стейкингу. Смотрите, в стейкинге можно еще использовать силу сложного процента. Например, там, давайте посмотрим. Вот я калькулятор сложных процентов. Давайте, например, посмотрим, что такое. Ну, на примере, опять же, той же монеты Artery и проекта их. Сколько можно получать, например, 1000 рублей инвестировал. Смотрите, если 1000 рублей там, монет купить и отправить на кошелек, будет в среднем, там еще снимется 15% при вводе на депозит. Ну, будем считать, например, давайте так, 850 рублей. Нажимаем, где-то будет, где-то 90 рублей будет в месяц капать. И смотрите, за 12 месяцев посчитаем, доходность там 11% в месяц. Давайте посчитаем, сколько это будет за год. То есть, смотрите, с 850 рублей вы получаете за год почти, ну, больше даже 5000. Здесь доллары, ну, мы не в долларах, мы считаем в рублях 5000. То есть, к концу года вы уже в месяц будете получать 551 рубль. Это практически вы свой депозит будете. Естественно, его можно увеличивать. Дальше я буду рассказывать, как можно разгонять, как можно там еще сложный, там можно даже по 3 раза в день депозит этот свой докидывать с тех, что заработанных денег, и зарабатывать очень хорошие деньги. Итак, ребятки, смотрите, не буду затягивать видео, смотрите, кто досмотрел до конца, для вас конкурс.
Напишите комментарий, поставьте лайк. Ну, вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал, ссылки будут под видео. И напишите комментарий, что вы думаете о стейкинге, задайте какие-то вопросы. Среди всех ребят, которые напишут комментарий, как только наберется 50 лайков, я разыграю 50 монет Артери. Для того, чтобы вы попробовали сами отправить себе на кошелек и начали зарабатывать на стейкинге. Так, ребятки, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе и до новых встреч!